В начале выпуска в Грецию в центре Афин на площади Синтагмы вспыхнули ожесточенные беспорядки. Манифестанты пытаются штурмовать здание правительства. В правоохранители летят дымовые шашки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы. По анонсам организаторов, акция протеста должна собрать не менее 150 тысяч человек со всей страны. Кадры, которые вы видите, мы получаем в режиме реального времени. Повод для демонстрации не новый. Греки выступают категорически против утверждения нового названия бывшей Югославской республики. Теперь она называется Республика Северная Македония. Переименование по согласию Афины Скопья произошло еще в прошлом году. Накануне соответствующее соглашение поступило в греческий парламент. Завтра законопроект рассмотрит постоянный комитет национальной обороны и иностранных дел. Греки считают Македонию исторически своей и требуют от властей отклонить документ.